Алматинское метро станет длиннее на 3 километра. Новые две станции, единственные в стране подземки, появятся в декабре 2013 года. Это станция Сайран и Москва. Они продолжат пока что единственную ветку метро в западном направлении. В недалеком будущем, по планам метростроевцев, в той же стороне должны появиться еще три станции – Сарыарка, Достык и Калкаман. В перспективе на Алматинское метро можно будет добраться не только до отдаленных микрорайонов города. Городские чиновники намерены начать строительство линии метрополитена от станции Раймбек-Батыра до железнодорожного вокзала Алматы-1. На данный же момент поезда алматинской подземки в сутки перевозят 18 тысяч пассажиров, а за год работы метрополитен перевез свыше 6 миллионов горожан и гостей города.